Всем привет, ребята, и с вами, как всегда, Диана Носик, и вы попали на мое новенькое видео по игре Chicken Gun. И вы не поверите, реально вышло обновление 3.7.0. И, ребята, перед началом видоса, как обычно, не забывайте подписываться на мой канал с колокольчиком и поставить лайк этому ролику и нажать на колокольчик, ведь вам будет несложно, а мне приятно. Ребята, наша цель до Нового года 150 тысяч подписчиков, поэтому, пожалуйста, помогите мне. Ну и про подписку на телеграм-канал не забывайте. Ну что же, ребята, что же добавили? Посмотрите, просто можно теперь сохранить ваш скин. Я напишу мой скин Ананасик и, соответственно, сохраню его. И теперь в сохраненных скинах он будет. И я, то есть, могу разнообразные скины сохранять. И это реально очень круто. Поэтому, ребята, пользуйтесь. Дальше, что же у нас тут нового по оружиям? Ну, если честно, по оружиям получается ничего такого. Так, по скинам тоже. Машины. Смотрим по машинам, что же у нас новенького. Так, ну вроде вот. Новенькая с Дедом Морозом. Что-то под Новый год, как сказать. Что-то добавили очень даже крутое. Так, что же тут у нас еще? Ну, новых мобов вроде не добавили, как я понимаю. Окей, хорошо, ничего страшного. С вертолетами. Ну, вертолет. О, кстати, вот этот вроде добавили вертолет. Так, это уже было. Или вот этот вертолет вроде новенький, если не ошибаюсь. Так, это все было уже. Окей, все. Больше вроде ничего здесь нет. Что же дальше? Так, по серверам пройдемся. Новых карт нету, но зато, видите, появилась галочка такая. Типа. Показывать в списке серверов. Это реально очень крутая функция. То есть, вы можете как и поставить галочку, так и не поставить. Ну, теперь к вам не зайдут и незваные гости, соответственно, и не смогут по списку серверов просто зайти на ваш сервер. То есть, очень выглядит прикольно. Ну, новых карт, к сожалению, нет, но тут добавили, типа, можно создать теперь захват флага. Ну, прикольно, что могу сказать. Ну а дальше я вам предлагаю зайти на сервер и посмотреть, что у нас добавили в новых предметах. Ну, короче, там что-нибудь с анимациями, может, и так далее. Так, мы зашли на новогоднюю карту, ведь все-таки скоро Новый год, ребятки. Кстати, напишите в комментариях, будете ли вы праздновать Новый год. Ну, хотя это, конечно, что я спрашиваю, логично. Елку ставить там и все дела. Так, смотрите, ну, новые анимации появились. По-любому, посмотрите, какие крутые анимации новые. Разные, очень разнообразные анимации добавили. О, Ананасик плачет, ну как так-то? Он же не может плакать вообще. Ребят, подпишитесь реально, чтобы Ананасик не плакал. Так, окей. О, с чемоданами. О, ну это круто. Ананасик куда-то собрался уходить, походу. Так. Что там с новыми предметами? О, грибочки разные. Так, или это вроде уже было? Не, вроде что-то добавили новое. Ребят, о, гирлянда, ребята, все, теперь можно украшать. Теперь будет у нас Новый год. Прикольно, прикольно, слушайте. Ну, вы напишите в комментариях свое мнение по поводу обновы. Как по мне, выглядит очень прикольно и стильно. Да, все очень круто. Ну, в общем-то, у кого-то как-то так, ребят. Ну и последнее, что хотелось бы сказать. Вот, видите, в менюшке появилась информация о сервере. Пароль. Название сервера, а то вы, например, напишите пароль и можете его все-таки подзабыть. Поэтому это выглядит очень круто, и это полезная функция, как по мне, ребята. Ну, в общем, вот такая обнова, ребята. Как по мне, мне кажется, еще много разных новых пасхалок добавили, поэтому будем следить за событиями и дальше в Chicken Gun. Ну а сейчас смотри видос, который высвечивается у тебя на экране. Он реально очень годный, просто посмотри его и оцени. Ну а с вами был, как всегда, я, Ананасик. Всем удачи и всем пока-пока.